Борис Владимирович, я готова. Я отвечу. Убирайтесь! Альчка, Аль, что произошло? Это ты, сука, во всем виноват. Беременность желательная? Нет. В роддом поедешь? Когда? Сегодня. Скорая приедет, тебя отвезет. Значит, не передумала? Нет. А жалеть не будешь? Ой, надо будет еще рожу. Ну, дайте один разок посмотреть, ну, пожалуйста, он же плачет. Нина Ивановна, Дарья Михайловна, в чем дело, что возимся? Ты у меня ребенка забрала! Да тебя убить мало! Аля, прекрати, что ты делаешь, Аля! Отпусти меня! Успокойся! Хочу жить! Понимаешь, незачем! Отпусти меня, сказала! Ненавижу! Убирайся! Убирайся! Я у вас тут ребенка оставила 2 месяца назад. Я ее забрать хочу. Я себе места не нахожу. У вашей девочки X-хромосомная недостаточность. Девочка жива, а про мальчика сказали, что он умер. Я себе места не нахожу. Просто у меня сына никогда не было. Разрушили. Ты у меня ребенка забрала! Да тебя убить мало! Завтра день рождения, Никита. Правда, что ли? Ты на кладбище поедешь? Поеду. Я заставила Башко отказаться от ребенка. Моя фамилия Савельева. Я заведующая роддомом номер 69. Башко рожала у меня. Я вынудила ее отказаться от сына. Мне нужен был здоровый ребенок. Я обещала его госпоже Денисовой за вознаграждение. Башко родила хорошего, здорового мальчика. Я его отдала. Вы не отвечаете за свои действия. Я отвечаю за свои действия. Я еще раз официально заявляю суду, что ребенок Башко был заранее обещан Денисовой, поэтому мною было сделано все возможное для того, чтобы Башко от сына отказалась. И какую сумму вознаграждения вы получили за ребенка Башко? $200 000. Это не самооговор. Случай с Башко – это не единственная сделка в моей практике. Вы готовы за это отвечать? Я готова. У дочери была гипоксия плода. А почему похоронить не дали? Ребенок, рожденный мертвым, относится к категории биоматериалов. Это Вакульская. Она усыновила сына Лавренёвой. Лавренёва не могла воспитывать ребенка. Она была неадекватная.
А ты знаешь, что Вакульская погибла вместе с этим ребенком? А потом Катя Лавренева бросилась с крыши. Мне почему-то кажется, что это как-то связано. Наткнулась на могилу Кати Лавреневой. Просто я чувствую, что это как-то связано. Нет здесь никакой связи. А я вижу. Может, это я виновата, что ее убили. Прочел ваш рапорт. Хотите, чтобы я вас в санчасть привел? У вас гинекологов нет, а колония женская. Санитаркой устраивает? Да, устраивает. Одевайся, к тебе приехали. Кто? Я никого не жду, у меня никого нет.